Приветствую всех на моем канале. В прошлом видео мы разобрали уязвимости таких замочков, где с одной стороны вставляется ключик, а с другой стороны имеется ручка для вскрытия замочка изнутри. Под видео мне задают вопросы, какой именно инструмент лучше использовать и где его приобретать. То есть я использую вот такой комплектик для аварийного вскрытия подобных замочков. Вот эти замочки. Одна из этих отмычек для замков с английским типом ключа. Вот, то есть вот такие вот. То есть, обойдя секретную часть, она элементарно вскрывает этот замочек. И вторая отмычка для лазерных замков, так называемых. Вот. То есть аналогично обходим секретную часть ключа и открываем, при этом сам цилиндр не поворачивается. Итак, какой именно фирмы данный инструмент лучше покупать, потому как качество металла у многих производителей существенно отличается. Я остановился вот на такой фирме Logpack Tools Made in China. В основном практически все отмычки производятся в Китае. И этот, наверное, инструмент один из лучших, потому как прошлые отмычки, они такие были у меня недолговечные. И если вы часто занимаетесь аварийным вскрытием дверей, и вам попадаются часто такие замочки, то есть эти отмычки другой фирмы у вас долго просто не прослужат. Поэтому, если вы сами не можете делать инструмент, то это, наверное, в принципе, один из самых доступных вариантов среди качественного инструмента по аварийному вскрытию данных замков. Если кому-то будет интересно, как изготавливать эти отмычки, с какого металла и так далее, пишите в комментариях. Возможно, в следующих видео я покажу, как это делать. Подписывайтесь на канал. Если видео понравилось, ставьте лайк. Всего хорошего.